Добрый день, это проект Шестерни. Вот у нас есть маленькая шестерня, вот есть большая шестерня. Обе шестерни были сделаны в программе Tinkercad. То есть эта шестерня в два раза меньше, чем вот эта шестерня. Смотрим на черные стрелочки. Обе стрелочки сейчас смотрят вниз. Вращаем черную стрелочку. Половина оборота сделала вверх, здесь сделала четверть оборота. Заканчивает один оборот, маленькая звездная шестерня, это сделала полоборота. Теперь делаем еще один оборот, вот полоборота и целый оборот. Вот опять видим, это сделала два оборота, а это сделала один оборот. Таким образом, эта шестерня крутится в два раза быстрее, чем вот эта шестерня. Вот. Пробуем здесь включить. Вот включатель. Включаем. И мы видим, как маленькая шестерня крутится в два раза быстрее, чем большая. Выключаем. Сзади мы имеем моторчик от Arduino. Батарейный отсек с четырьмя аккумуляторами 2А и выключатель.